Любимые, привет! Сегодня вечером с вами говорим про здоровье суставов, артрозы, остеохондрозы, про остеопороз я снимала видеоролик. Хочу поговорить про артрозы, артриты, то, что у меня было в университете, в молодости и вообще, в принципе, как я с этим справлялась. Я расскажу базовые вещи, которые действительно могут помочь тем людям, которые ищут информацию. Скажу сразу, что все вещи, связанные с суставами, можно сваливать на что угодно. Кислотно-щелочной баланс, нехватку витаминов, просто проблемы с желудочно-кишечным трактом. Но я скажу вам проще вещи, которые реально работают и которые можно изменить, ну не прям по щелчку пальца, но есть вещи, которые просто необходимо знать. Остеопороз – это не когда только мало кальция. Пейте кальций Д3-никомет, но, пожалуйста, отправляйте этих людей надолго. Просто бывают совершенно другие вещи. Бывает пожилой возраст, бывает женский пол, бывает девушки с наследственностью плохой по эстрогену, когда снижается этот гормон, начинается разрушение. Бывают дефициты, лишний вес, гиподинамия. Но моя любимая история – это инсулинорезистентность, высокий уровень сахара в крови. Я просто обожаю эту историю всем рассказывать, потому что многие даже не подозревают, что у них нет проблем с сердцем, с суставами, с сосудами. У них просто есть инсулинорезистентность. У кого-то есть постоянно вялотекущий стресс, а у кого-то недостаток белка. Сейчас же так модно продавать коллаген. Купите баночку коллагена, и да будет вам счастье. Да чтобы коллаген усвоился, нужен хороший, качественный, рабочий ЖКТ, здоровые почки. Ну, короче, куча всего. Просто у многих людей проблема ведь не в коллагене, а в снижении кислотности желудка. И почему вот это часто яблочный уксус кому-то, не делайте этого тоже себе, вы не знаете, какая у вас кислота. Ну, в общем, про белок хочу сказать, если нет белка, то не из чего вообще перестраиваться, в принципе. Другой момент воспаления, которые происходят от сладкого. Ну, надеюсь, кто меня смотрит, уже давно не сладкоежка, потому что в мире булок, сахара, плесени и токсинов как-то сложно выживать, сложно строить свою работу. Но у меня долгое время получалось. В общем, суставы – это еще не то. Бывает атеросклероз – это избыток кальция в стенке артерий, что лишает гибкости со всеми вытекающими последствиями. Поэтому не гонитесь только за кальцием. Если у вас какие-то проблемы с суставами, это не всегда только про кальций. У некоторых просто есть дисбаланс витаминов D3 с К2. И другой момент – снижение костной массы просто происходит, потому что я показывала в каком-то видеоролике, зачем пить человеку, если он тренируется 2 литра чистой воды. Вы не знаете, может, он вымыл свои электролиты. То есть настолько люди сейчас зашоренные вот этим всем, особенно заинтересованные в сохранении себя, сидячий образ жизни, ну понятно, там где сидишь, там и болит. Поэтому двигаемся в любой ситуации. Гормональная ситуация, она очень тревожная бывает, поэтому это влияет. Другой момент – окислительный стресс и хроническое воспаление. Но я не могу вам объяснить, что вот это вот не делайте, вот это делайте. Действительно, когда окислен организм, хуже проходят многие процессы. Причем тут только кальций. Бывает вообще недостаток других минералов и витаминов. Когда кому-то что-то запрещают, а вы уверены, что человеку этого нельзя? Я чувствую, многим просто не хватает смелости, на самом деле, сказать многое, но просто некоторым назначают кортикостероиды, да, они имитируют действие кортизола, а вот что он творит с костями, ребятушки, я уже говорила в отдельном видео. Антикоагулянты, приходится их иногда кому-то потреблять долгое время, в общем, они тоже, опять же таки, ай-яй-яй делают. В общем, о плохом, антидепрессанты, слава богу,
Многим надолго их не назначают. Побочка со стороны костей очень серьезная. И, пожалуйста, не назначайте их сами себе. Если стрессанули, грубо говоря, не туда там сходили в туалет от страха, от стресса, не выпили свой магний, лучше перекреститесь и ляжьте спать. Переспите сегодня с собой наедине и не назначайте себе никаких препаратов. Просто сегодня я шла вечером, и одна девушка говорит: ты мне купишь вечером? Он говорит: что? Она говорит: феназепам. Вообще-то феназепам по рецепту выписывается, я по бывшему образованию это знаю. Но другой момент, меня это, конечно, очень насторожило, что люди вот так к себе относятся. Не могу успокоиться, давай вот... Ну, не могу успокоиться, выпей ромашковый чай, не знаю, сделай аштангу йогу, задери там правую пятку за левую ноздрю. У меня тоже такое бывает. Ну, как бы, ну, ищу способ. Теперь переходим к артрозам, к артритам. Что нужно? Витамин К обеспечивает прочность костей. Витамин D защищает сосуды и отправляет кальций в кости. Магний участвует в транспорте кальция. Представляете? Нет магния, нет дальше нормального витамина D. Кремний активирует выработку костных белков. Витамины Е и С снижают окислительный стресс. Жирные омега-3 кислоты снижают уровень хронического воспаления и нормализуют баланс кальция. Полезны также антиоксиданты: кверцетин, барберин, куркумин, ресвератрол. И если остеопороз все-таки диагностировали, есть специальные способы лечения и образ жизни, который я описывала. Ой, ребята, не излишек, дефицит жировой массы не полезный для костей, не излишек, не дефицит. В общем, погнали по питанию. Это жирная рыба, ради кальция пойдут... Вот многие даже недооценивают консервы с косточками. Я вас умоляю, только без ужасного масла, там отличный источник будет и кальция, и усваиваемого белка. Листовая зелень, лайк. Вся капустка, любите ее как второго бога. Яйца, сливочное топленое масло, творог домашний. Домашний, сказала, домашний. Услышали меня? Только те, у кого нет непереносимости. Но непереносимость есть у многих. Пожалуйста, разберитесь, или вы принимаете его, или не принимаете. Просто есть люди, которые, ну, убрали, ну и нормальненько. Крестоцветные, я сказала, кунжут, мак, ну это такое себе. Из злаковых я вообще не советую никому злаками увлекаться, только ради кремния и магния. Может быть гречка, может быть киноа, может быть бурый рис. Пожалуйста, пожалуйста. Другой момент, сон и релакс. Релакс таки... Сегодня английского было слишком много. Релакс таки ризи, изи пизи, ну в общем вы поняли. Поэтому берегите себя. Хотела сказать, любите меня. Ну, в общем, все со мной понятно после этого видеоролика. Я никогда не могу полностью с вами на серьезные темы разговаривать очень так долго, потому что, ну, наверное, я такая. В общем, до новых встреч в эфирах, с кем-то в консультациях. Пока-пока.